легендарный актер был доставлен в Мариинскую больницу. Медики поставили ему диагноз – инфаркт. Сообщается, что целый день он провел в реанимации. Но сегодня к вечеру врачам удалось стабилизировать состояние звезды. Как сообщает источник, сейчас уже Михаил Сергеевич находится в обычной палате, где за ним пристально следят врачи. Состояние Д'Артаньяна вне опасности. Отметим, что Михаил Сергеевич несколько раз за последние годы жаловался на плохое самочувствие. У него появились усталость, одышка и проблемы с дыханием. Ориентируясь на спортсменов, рано или поздно нужно уступать место молодым. У каждого товара свой срок, думаю, мой истек, поэтому пыжиться и обманывать свежестью не собираюсь. Как правило, пожилые артисты вызывают у зрителей лишь сожаление и грусть. Они и уже не те, кем были, при этом пытаются из кожи вон лезть, чтобы хоть немного оставаться полезными. Неприятное зрелище, вот его и постараюсь избежать, говорил Боярский в 2019 году.